Здравствуйте! Транслирует клиника «Здраво» и я стоматолог-терапевт Александра Павлова. Стоматолог – это очень кропотливая и ювелирная профессия, требующая максимальной концентрации внимания и затрачивает много сил. Но у нас есть лайфхак. Как быстро привести доктора в ресурсное состояние, после которого доктор с новыми силами и в хорошем настроении готов к приему новых пациентов?